Всем привет! Сегодня у нас вот такая огромная посылка. Это из магазина JD. Не знаю, увидите, нет или... В общем, это больше отчет по акции. Здесь должен быть... Первые весы первой версии от компании Xiaomi. Была акция, можно было их купить за $16. Магазину JD я не очень доверял, пока как бы я несколько заказов в прошлом году сделал, и там через несколько месяцев они мне все время возвращали деньги, постоянно какие-то проблемы с ними были. И я после этого вообще отвернулся от магазина, но последнее время были несколько интересных акций, которые я решил воспользоваться, и в этот раз все как бы приходит отлично. Первый раз я заказал колонки в дереве, такие прикольные, вот с питанием от USB 5 вольт. Обзор на них уже есть у меня. И в этот раз я была акция, вторая версия весов, весов от компании Xiaomi стоила $34, по-моему, доллара. И за $16 можно было купить первую версию. Вот я купил, давайте посмотрим, что, как. Первую версию именно выбрал, потому что она идет с стеклянной поверхностью. То есть она не поцарапается, не затрется. А во вторых весах Xiaomi у них идет пластиковая поверхность, что уже хуже. То есть со временем от ног она может поцарапаться, тем более обычно весы у людей стоят на полу. Это пыль, крошки, и ты же никогда выдвигаешь, допустим, из-под дивана весы, ты... Или пусть они стоят где-нибудь в углу постоянно на виду, падает пыль, ты же не притираешь пыль перед тем, как встать на них, просто разбулся и встал. Если какая-то крошка, царапины, то есть на пластике могут остаться царапины, и на стекле этих царапин не будет. Первая версия это должна быть в стекле, я еще не знаю, но мои размышления, потому что прелести, вот эти пряники, которые есть во второй версии Xiaomi, они не перекрывают, то есть, там, я не знаю, там измерение жира и так далее, я не знаю, насколько это все правдиво, и мне это кажется из области фантастики, то есть, какие-то там цифры, не пойми, что покажут и так далее. Поэтому я взял первую версию, надеюсь, я об этом не пожалею. Первое, как я только заказал, они не высылали, да, и я им написал, что, ребят, вы там или 5, или 7 дней прошло, они мне не высылали ничего, они мне написали, что... Точнее, я им написал, где же трек-номер, что такое. Я уже начал переживать, что как в прошлый раз обманут меня и так далее. Они мне ответили, что они уже отправили, но отправили без батареек. В комплекте идут батареи для него при продаже, то есть от компании Xiaomi, она идет в комплекте с батарейками. Но мне отправили без батареек, потому что компания, которая транспортная, она отказалась принимать батарейки. Или они так, то ли я не понял из письма, то есть там с китайского на английский переводили. Я так понял, что батарейки они мне так вообще не отправят. Я написал, ничего страшного, отправляйте без батареек за $16, когда средняя цена $32 интернету на эти весы. То есть, я батарейки за $16 найду. Вот, давайте откроем же, потому что уже не терпится, реально, я надеюсь, что все у нас будет здесь хорошо. Упакована, прислали ее DHL-ом, прислали очень быстро. Порядка, наверное, 11-12 дней все прошло. Позвонил мне парень, говорит, давай пересечемся, потому что я мотался, не мог сидеть дома. Он спросил, когда мне удобно. Мы пересеклись с ним в городе, потому что как раз я мотался. Не то, что в Новой Почте, проверил у меня документы, прежде чем отдавать мне посылку. То есть это меня радует. DHL, конечно, ListExpress, это компании, которые, да, действительно всегда все проверяют. И такого, чтобы отдать соседям просто так, неизвестно кому, без разрешения владельца посылки, такого у них еще не встречалось, как у Новой Почты. Вот так выглядит, видно, коробка Mi уже. Я, конечно, до последнего думал, что не дойдет, но уже вторая посылка, которую я заказывал, она дошла. Был пакет такой красивый, они положили пакет, но он прилип к... Положили в пакет, он прилип, то есть JD магазин, то есть ихняя собачка, интересно, конечно, сделали. Но пакет прилип к скотчу, это нам особо и не важно, то есть тяжелая такая посылка, увесистая. Вот так это выглядит, давайте поставим.
немного, наверное, сейчас сделаю выше. Много выше сделал камеру, чтобы было удобней смотреть, распаковывать. Коробка вот здесь немножко примялась. Вот. Все, в остальные грани, ну вот здесь немножко мятинка. И вот здесь снизу. Здесь у нас на грани какая-то техническая информация. Вот. Это как бы у нас будет сейчас не, больше не обзор, потому что обзоры на них уже много есть. Смотрите, вскрывалась посылка, то есть они выкладывали батарейки. Вот это что писали, наверное, да, что пришлось им вытянуть батарейки, потому что DHL отказалась с батарейками отправлять. Ну, это стандартная как бы, да, то есть батареи отправляют наземным транспортом всегда. И чтобы быстрее мне доставить, они отправили воздушным транспортом. Все, коробку вытянули, внутри в коробке больше ничего нету. Такая бездна. Вот, и коробочка внутри еще одна, вот такая. И здесь вот такие два хлястика. Открываем крышечку. Крышечка вот такая. Ух ты! Вот, сразу повеяло, так как только снял, сразу повеяло китайским складом. То есть немного, знаете, резиной такой запах. Вот, ну и сразу он провел, ну как бы больше его нету. То есть так вдохнуло, и я, наверное, либо уже придышался к нему сразу, либо... Вот, смотрим дальше. Ми инструкцион на китайском. Ну, я думаю, что нам он не понадобится. Вот так это приклеено. Ножки выключились. То есть приклеено все закрыто в такую пленку. Именно как карманчик сделано. То есть нижняя сторона пластик матовый. Давайте посмотрим батарейки. Батареек нету. Вот. Здесь вот отсек для батареек был. Но батареек нет. Видите? Вот, батареек нету. То есть за $16 нам прислали действительно стекло. Немножко вот что-то, какая-то грязь. Оттирается легко. Вот, и давайте посмотрим. Насобирал по квартире батареек, вставил, вот они все разные. Я так делать не советую, то есть все батарейки разные производителя, да, то есть получается две алкалиновые, одной, ну, как бы одного вида Sony, вот вторая еще одного вида Sony и хамелеон, общая простая китайская батарейка. Я так не советую делать, они слабенькие, потому что они могут потечь. Вот, здесь у нас идет выключатель. Немного разобрался с вот этим переключателем, то есть включать весы не нужно вообще. Они работают на всех трех переключателях, достаточно только наступить на них. Вот, переключатель этот, здесь все на китайском, он означает, слева это китайская единица измерения, по центру это фунты, и правая это килограммы. То есть давайте сейчас померяем меня, начнем с китайских измерений. Китайская единица измерения, я вешу 64 400. Давайте переключим дальше на фунты. В фунтах 148,8. Я так понимаю, что фунты. Вот. И далее килограммы. Погрешностью весов написано там 150 кг, по-моему, но исходя из обзоров, которые я уже видел, там говорят, что до 300 грамм погрешность, то есть 150-300 грамм погрешность. Это нормальная погрешность, то есть вполне нормально все, поэтому переключать здесь на самую правую, это будут килограммы, и можно смело пользоваться. Еще добавлю, для того, чтобы
соединить их с приложением Mi Fit, достаточно включить приложение, включить там поиск весов и стать на весы, чтобы они включились. В этот момент, видать, включается Bluetooth, идет сопряжение, они подключаются и все. В семье не нужно, то есть если есть разные приложения, ну то есть у каждого члена семьи есть свое приложение, он включает свое приложение, становится на весы, идет сопряжение, и потом, когда вы измеряете, вы можете просто становиться, он замечает, допустим, если у моей жены там 50 килограмм веса, то он будет определять ее как ее, да, то есть, а у меня 70, то есть он будет различать и приблизительно понимая, что это стал я, записывать это как мне, вес мне. Там, ну, как бы в комплексе с Mi Fit, там много всяких пряников, можно отслеживать вес, можно ставить себе цель поправляться или худеть, и в приложении будет отображено там графика, сколько осталось, сколько нужно, да, для того, чтобы поправиться или похудеть. То есть, в общем, ну, как-то так. Резюмируя, акция ModGD, можно верить, все отлично, весы пришли, проблем с ними, единственное, да, то есть, что не было батареек. Ну, батарейки это мелочи, поэтому, учитывая стоимость, что я их купил за $16, это вообще, можно сказать, подарок судьбы. Вот, об акциях таких, как на JD, на GearBest, TomTop и других интернет-китайских магазинах, я рассказываю в своем канале China Goodbye. Канал в Телеграме, дублирую их на Фейсбуке, в Инстаграме, то есть если я что-то интересное увидел и приобрел, допустим, себе, я обязательно там пощу, что делюсь с людьми, много людей как бы отписываются, говорят спасибо, поэтому я всех приглашаю, подписывайтесь на канал в Телеграме, чтобы получать своевременно, быстро акции, скидки, купоны и так далее. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, в группы, в группу в Телеграме. До новых встреч, удачных покупок!